Мы купались, сейчас пойдем гулять по набережной. Если будет не очень темно, мы попробуем поснимать, да, Алис? Попробуем, как получится. Сейчас мы кушаем конфетки после купания. Сегодня купались почти до 8. Куда пойдем? Ну, пойдем в кафе, да. Сначала пойдем, пройдемся по набережной. Если будет красиво и не очень темно, мы еще немножко поснимаем и сделаем видео. А если не получится, то не получится. Вероника, Алис, Виолетта и Жюстин. Все знакомые лица. Ой, какой язык длинный, ай-яй-яй. Козлятушки, ребятушки, отобритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молочка принесла. Давай, козленочек, открывай дверь, мама пришла. Чик-чик, заходи. А ты не волк? Нет. Ты мама пока что. А я буду серый волк, хорошо? Давай. Тук-тук-тук. Козлятушки, ребятушки, ваша мама пришла, молочка принесла. Отопритесь, отворитесь. Ну-ка, открывай скорее, козленочек. Нет, я школю. О, я серый волк, ну ладно, тогда не открывай. Отворитесь, ваша мама пришла, молочка принесла. Открывай. Ой, и смотри, светится и поет, смотри, какая красота. И собачка гуляет. Классно. О, какой ходит, и глаза светятся. Алис, подожди, давай посмотрим глаз. Смотри, у него глаза светятся. Вот это динозавр, красота. Может, вместо собачки его взять? Нет, черепашка мне не нравится, Алис, она слишком это. Алис, смотри. Ходит и рычит. Кто больше нравится, собака или динозавр? Зайка, выбирай. И мячик прыгает. Ой, я упал. Слишком много всего. А вот еще какой страшный, смотрите. Ой-ой-ой. Да, вот это, по-моему, тут расчет. Не, ну место он хорошее выбрал. На набережной, прямо перед парусом. Этот динозавр еще и яйца несет на набережной. Положи сверху. Ну сейчас куплю, да? Положи сверху яички опять. Открой сверху, мы снимем, как он несет яички. И засовывай туда яички, он их сейчас снесет еще раз. Алис, смотри яичко. Алис, смотри, яичко вывалилось. Сейчас еще одно будет. Оп, еще одно яичко. Это уже другая набережная в городе Наария. Очень здесь красиво. И ночью еще красивее даже, поэтому можно ночью снимать.
Когда мы здесь были в последний раз, это все только строилось. Но мы в прошлый раз здесь были уже 15 лет назад. А сейчас такую красоту настроили, просто вообще. Очень красивая набережная здесь. Ночью светло, как днем. Мы пойдем вот в это кафе. Очень красивое. Ну, если будет, вот одна свободная есть, если успеем, давайте. Ха-ха, все побежали на сиденье, которое качается, Настя, они уронили. Там одно было. Понятно, кто вперед успеет. Али, здесь надо разрисовывать, надо красить. Смотри, можешь раскрашивать, тебе дали раскраску. Рисует, рисует, давай, его нужно с другой стороны просто перевернуть. И здесь можно, вот здесь можно рисовать. Смотрите, кубик получился, Алис, смотри. Из этого мишки получился кубик вот такой. Держи. Забились в эту качалку, и их не видно вообще. Никого не видно. Виолетту немножко видно. Девочки. И Виолетту не видно, все спрятались. И Мишку раскрашивать. Ладно, выбираем, что мы кушаем. Петь.